В будущем на возводимом крупном спортивном объекте, который расположен в северной части столицы, смогут разместиться на трибунах 3000 болельщиков. Кроме футбольного поля, построят 2 тренировочных зала, соответствующих международным стандартам. Спортивный комплекс намерен сдать в 2025 году. Крупные трибуны предусмотрены с двух сторон. На данном этапе построена половина объекта. Первый этап будет завершен до Нового года. И на это из местного бюджета предусмотрено 520 миллионов сомов. Крупный спортивный комплекс возводится по стандартам ФИФА. Для этого используются качественные строительные материалы. Тем временем строительная организация планирует раньше срока сдать объект. Россия. Узбекистан, Турция. Применяем строительные материалы российского, турецкого, узбекского и американского производства. Таковы требования – строить по стандартам ФИФА. Для этого советуемся с представителями Федерации футбола. Ранее спортивный стадион назывался «Трудовые резервы». Позже объект, переименованный спортивный комплекс «Алга», перешел в ведение Минобразования. Весной его передали на баланс мэрии Бишкека. Усен Кульбаев, Бексултан Курманбекулу, АЛАТО 24.